Танцевальным парадом завершится в Самаре чемпионат мира по футболу. Организаторы обещают смешанный музыкальный формат. Зажигательные латиноамериканские танцы, диско, хип-хоп, брейк-данс. Также в программе традиционный русский хоровод. Зажигательное действие стартует на площади Революции и завершится у Струковского сада. Необычное шествие будет украшено флагами стран-участниц Мундиаля. Начнется праздник хореографии в 8 вечера. Напомним, масштабные танцевальные флешмобы прошли в областном центре 27 июня, 1 и 6 июля и собрали массу любителей хореографии.